стенограмме такого нет. Сегодня ряд федеральных СМИ сообщили, что все время встречи президента России Владимира Путина и временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова прозвучала информация о переезде в северную столицу ПАО «Сургутнефтегаз». Журналисты нашего телеканала внимательно изучили текстовую расшифровку совещания. Она опубликована на сайте Кремля. Мы не нашли подтверждения этой информации. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» сделали то же самое и также не обнаружили разговоров о переезде компании. В ведомстве нам сообщили, что менять регион нефтяной гигант не собирается. Вся информация о смене места дислокации ПАО является слухами.